Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Дарья. И сегодня мы с вами будем распаковывать посылочку из магазина Louis Vuitton. Hello! Мне очень редко удается куда-то выбраться по магазинам погулять, поэтому я шоплюсь исключительно онлайн. Давайте уже открывать. Что у нас в коробке? Рекламка и конвертик с документами. Информация по возврату. Чек. На всякий случай лейбл, если вдруг я захочу вернуть посылку. И письмо благодарности. Все это, конечно же, я сохраню. И в этот понедельник я решила, что хочу себя порадовать и сделать себе небольшой презент. И заказала себе в Louis Vuitton. Что? Вы сейчас узнаете. Открываем ленточку. Бам, бам, бам. Та-дам. Это косметичка. Я хотела заказать себе что-то, чем бы я пользовалась практически каждый день. Я рассматривала вариант с обложкой для паспорта, но так как мы особо никуда не ездим, так что паспортом я практически не пользуюсь, а косметичка это святое. Поэтому мой выбор пал на косметичку. Здесь внутри еще вот все это я сохраняю в конверт. Это называется пыльник, я его тоже складываю в коробку. Ленточку тоже в коробку, и это все убираю в шкаф. На всякий случай храню, вдруг, если я захочу перепродать, это прям поможет. Косметичка такого среднего хорошего размера, примерно как моя ладонь. Здесь внутри кожаная отделка. И небольшой кармашек здесь тоже присутствует. Посмотрите на это чудо, сколько сюда всего помещается. Я была приятно удивлена. Конечно же, в повседневной жизни я не таскаю с собой столько косметики, но на съемке, либо в поездке, или в гости с ночевкой остаться, вообще идеальный размер. На официальном сайте Louis Vuitton она стоила $375 плюс налог. В итоге мне обошлось это удовольствие все в $410. На сайте Louis Vuitton можно заказать ускоренную доставку, но я не вижу в ней смысла, потому что в итоге оно и так приходит очень быстро. То есть 2 дня и все, оно у меня. Если вы посмотрите весь сайт Louis Vuitton, то вы увидите, что косметичка стоит не так уж и дорого по сравнению с сумками, по сравнению с одеждой. Но, тем не менее, это хороший старт. Если вы хотите начать свою коллекцию люксовую, то почему нет? Это хороший старт. Каждый день я буду соприкасаться с этой вещью и радоваться, и получать удовольствие, и это будет меня еще больше мотивировать. То есть я считаю, что вы должны себя окружать по максимуму какими-то красивыми, хорошими, дорогими вещами, потому что мы живем всего лишь один раз, и почему нет? У меня есть такая установка, что я себя люблю, я достойна всего самого лучшего, и я хочу для себя все самое лучшее. Поэтому я не хочу откладывать все на потом, на через 5 лет, через год, через 3, через 10. Я хочу жить сейчас. Сейчас, в данный момент, в данную секунду, в данный момент. И поэтому, да, вот так. Так что если вы стремитесь к хорошей, дорогой, богатой жизни, то начинайте с каких-то мелочей. Начинайте с мелочей, и потом вы увидите, вы будете расти. Вы будете, может быть, через год вы купите уже какую-то крутую сумку, может быть, Шанель, может быть, еще что-то. Абсолютно неважно, какой у вас доход, нам всем есть куда расти, это однозначно. Поэтому нужно постоянно расширять свою зону комфорта и вот становиться вот богаче, да, зарабатывать больше денег. Поэтому я вам всем желаю финансового благополучия. Хочу сказать, что, естественно, это не обязательная покупка. То есть я могла бы спокойно обойтись обычной тряпичной косметичкой и та же самая функция, да. Но так как я буду каждый день радоваться этой вещи, каждый день буду восхищаться и получать удовольствие, и больше себя мотивировать. Поэтому я считаю, что оно того стоит. Естественно, косметичка за $400 — это как бы
Да, дорого-богато. Но для меня она имеет гораздо большую ценность, потому что она меня приведет к еще большим результатам. Вот так я смотрю на такие люксовые покупки, люксовые вещи. Поэтому я довольна своей покупкой, просто так, без повода. Но, кстати, хочу вам сказать, что хороший подарок. То есть мне было бы очень приятно вот просто так в подарок от кого-нибудь получить, как женщине. Так что берите на заметку. Большое вам спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующий раз. Пока-пока. Видео посвящается марафону желаний Елены Блиновской. Любимого, потому что вы — это самый главный человек в вашей жизни, высоко. Иначе, если ты будешь ставить себе планку низко, то ты будешь как бы барахтаться в середнячках. Задание — у тебя нет вариантов не сделать.